бабушка говорит, что это перспективная профессия. Потому что мне нравится готовить, мне нравится варить борщ. Я хочу делать какую-то гадость брату. Потому что у видеоблогеров крутая жизнь. Ну, автокредит не для меня. Я хочу к 12 годам Феррари. Я хочу познакомиться с Тарантино. Пока не очень. Всего лишь 6 миллионов подписчиков. Ну, меня все дети узнают в детском садике. Но, если честно, я от этого уже устала. Да я уж прихожу в кастинг в топ-гир. Еще как! Я получу Оскар за мой блог. Тосты! Фермерский бренд моей бабушки. Шанель, Дольче Габбана, на маленькая фея. Да так, по мелочи. Бентли, Шевроле, Мерседес-Бенц. Всякая фигня. Мне кажется, он чинит машины. Ну, как правильно краситься. Я думаю, что вот этот лагерь сейчас будет мыть посуду. Он делает черточки на всяких видео и фильмах. Какие-то хиты, что ли? Ну. Ну, он играет на барабанах. Мне кажется, она снимает видео про хип-хоп. Ну, рекламирует, что ли? Он бьюти-блогер. Ну, потому что сразу видно, он накрашенный. А этот, похоже, делает пальчики. Придумала название Вонючка. А мы корову купили. Лабутены? Так я вам и сказал, это коммерческая тайна. Показал своей подруге Полис. Ну что, ребят, вы все сами прекрасно видели, взрастили на свою голову эти Марк, это очень обидно. Это очень обидно.